Ямальские спортсмены приглашают всех желающих окунуться в совершенно новый для ямальцев вид спорта – юкигасин. В переводе с японского – это игра в снежки, в которой участвуют две команды по 7 человек. В нашей версии планируются команды по 5 человек. Также в оригинальной игре они будут бороться за флаг. У нас есть такая задумка, и либо мы снежки будем лепить из снега, как положено, либо у нас есть специальные шарики, мы думаем, мы немного модернизируем их, и получится настоящие снежки, которые можно будет кидаться и выбивать соперников другой команды. Первая игра состоится 24 февраля в 12:00. Приглашается неограниченное количество команд. Мероприятие обещает быть зрелищным и азартным. Если этот вид будет интересен нашим жителям, то мы будем дальше продолжать это направление, так как я посмотрел из сети то, что оно практикуется везде, и проходит чемпионат там, России, чемпионат мира проходит по данному виду спорта. Я думаю, это интересно, так как у нас есть снег, у нас есть все для того, чтобы проводить данное мероприятие.